Предупредить сегодня, чтобы завтра не было поздно. Эти слова звучат очень верно по отношению к тем, кто некогда по недомыслию, может быть и по другим причинам, совершил преступление. И очень часто случается, что человек вновь становится на кривую дорожку. Чтобы не допустить этого и помочь вернуться к нормальной жизни, различные службы контролируют таких подопечных, в частности, сотрудники милиции. С целью профилактики рецидивной преступности проводятся межведомственные рейды с участием сотрудников отдела внутренних дел и представителей наблюдательной комиссии при администрации Ленинского района города Бреста. Данное мероприятие носит как профилактический, так и предупредительный характер. По месту жительства посещаются граждане, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Решаются проблемные вопросы данной категории граждан, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений с совместно проживающими родственниками. Вместе с сотрудниками УВД администрации Ленинского района наша съемочная группа побывала в рейде. Навестили подучетных, так казенно называют инспектируемых. По одному из адресов проживает мужчина, который вернулся из мест лишения свободы и сейчас находится под так называемым превентивным надзором. Год назад он отбывал наказание за совершенный проступок, а сейчас живет под ограничениями прав. Ведь за все нужно платить, но не деньгами, а временем и свободой. Как-то произошло все. Сложно. По статье 328, часть 1, сорвали куст конопли, решили побаловаться. Но долго это все не продлилось. Посчитал, что многого достиг чего-то, хотелось чем-то разнообразить свою жизнь, не знаю. Ну, как бы сложно сейчас об этом рассуждать. Сотрудники УВД навещают Алексея почти ежедневно. Проводят беседы, следят, чтобы не нарушал требования надзора. По словам инспектора уголовно-исполнительной инспекции УВД администрации Ленинского района Никиты Михалочкина, у мужчины нарушений не наблюдается. Сразу видно, стал на путь исправления. Что не скажешь о других лицах. Вот, к примеру, очередная остановка у частного дома. Адрес, по которому сотрудники милиции наведываются достаточно часто. А все потому, что гражданин, стоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции Валерий, несколько раз не соблюдал установленные правила и обязанности, вплоть до официального письменного предупреждения. Еще одно нарушение – мужчина отправится в места не столь отдаленные. Я выпил и сел за руль. Это моя вина. Вот и все. Из-за ревности еще, кстати. Сам виноват в этом. Понимаете, как то, что я был неправ, потому что я ехал пьяно за рулем на машине. И такая ситуация получилась, что уже было вот. Я не прав был. На первый взгляд домашняя химия выглядит безобидно, как формальность. Но кроме того, что человек всегда находится дома или работает, он должен соблюдать множество правил. Вот, к примеру, Георгий. Молодой парень, кажется, вся жизнь впереди. Но вместо того, чтобы гулять по вечерам с друзьями, после 20 часов 30 минут он обязан находиться дома. Попал в человека с пневматического пистолета. Я пьяный находился. Я не знаю, вообще без памяти был. Момент правонарушения не помню. Нами было проверено 5 лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции Ленинского района города Бреста. Нарушений выявлено не было. Лица находились по месту жительства. Профилактическая работа нами как проводилась, так и будет проводиться в дальнейшем. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.